What is happiness for you? Эксперимент оказался очень показательным. Не зря мы его сделали. Вот давайте проанализируем, что произошло. То есть видим, что какая-то происходит вот образование геля, все-таки пробирки произошло. Ну, фокус. Камера взять. Камера фокус. Вот, видим, что гель немножко образовался здесь, но все-таки полного растворения не произошло. И ну, то, что называется мухи отдельно, щи отдельно. Образовываются комочки. Это комочки вот агара, но гелевого состояния не происходит. Это может быть от разных факторов, состояния воды и так дальше, но скорее всего это результат того, что сама среда немножко еще не до, грубо говоря, не доварилась. Камера взять, фокус. Сама среда еще, камера взять, сама среда еще не готова, и геля не образовывается. То есть вода идет отдельно. Значит, вывод какой? Что нужно продолжать прогревать вот эту среду до состояния, когда агар полностью не растворится в жидкости питательной среды. Это нужно обязательно такой контрольный эксперимент вот сделать, потому что можно вот эти среды разлить, потом их простерилизовать, а потом в дальнейшем увидеть то, что гель не будет образовываться. Хотя, в принципе, еще в процессе стерилизации в автоклаве на протяжении 3 часов этот процесс может закончиться, но мы давайте все-таки убедимся, чтобы зря не потерять время. Мы сделаем все правильно, чтобы в эксперименте у нас при охлаждении должна образоваться скашиваемая среда. Вот такой результат эксперимента.